Здравствуйте, мои дорогие друзья, подписчики, гости моего YouTube канала. Сегодня я хочу для вас приготовить казахское блюдо бешбармак. Бешбармак я буду готовить с трех видов мяса. Это будет утка, куриные ляжки я взял и говяжьи хвосты. Для этого нам понадобится утка. У меня здесь идет 2,5 килограмма утки. Сейчас я ее обшмалю. Потом хвосты я уже нарезал их, говяжьи. Потом у меня ляжки куриные, все это мы будем варить. Так, нам еще понадобится для теста у меня 700 грамм просеянной муки, воды где-то пол-литра, 3 яйца, перец и соль. Еще нам понадобится у меня 2 лавровых листа, когда будем варить мясо, лук и картошка. Так как я хотел все приготовить в казане, на улице, на костре, у нас сегодня не получается, потому что на улице у нас дождь идет. И я хочу это сделать в домашних условиях все это. Вот мы нашу утку обшмалили. Теперь ложим ее в кастрюлю, добавляем одну луковину, 2 лавровых листа, где-то соли, чайная, столовая ложка, это 1,5 столовых ложки соли. Вот наша говядина туда же тоже. Ляжки. Утку целиком прям. Ляжки еще положим туда. Так. И все это закрываем. У нас скороварка. И оставим, чтобы она закипела. Пока у нас утка варится, мы сделаем тесто. Для этого мы в серединку сделаем лунку и сразу забьем 3 яйца. Добавим немножко соли туда. И водичкой будем ее сейчас добавлять, понемножку будем все водичку добавлять. Теперь здесь мы его помнем, положим в пакетик на полчаса, чтобы она отдыхала в прохладное место. Так вот если мы теперь сделали, его теперь положим в пакетик и на полчаса уберем его, чтобы она отдохнула у нас. Вот наша утка готова, я вытащил, теперь снимаем сам жир, вот этот самый. Потому что мы будем лук с этим бульоном жирным варить. Теперь тесто тоненько-тоненько раскатывается. Очень-очень тоненько, где-то, наверное, на
полсантиметра. Лепешку раскатали, теперь нарезаем такими четырехугольными. И это сейчас оставим, чтобы на все подсыхало. Лук нарезаем полукольцами. Его сейчас будем парить в бульоне жирном, который мы уже вылили до этого. Итак, весь лук. Теперь берем этот весь лук и добавляем в этот бульон наш. Мы специально видели, как я снимал, это жирный самый бульон, сверху мы сняли, и его добавляем, в него добавляем весь лук. На лук сейчас добавим еще перцу. Это поставим закипеть раз. Наш лук теперь настаивает. Порежем картофель так, наполовину, и сейчас тоже будем в бульоне сперва отварить. Затем мы будем отваривать наш бешбармак. Вот сейчас я разделаю утку. Все мясо от костей освободили. Вот. Шкуру мы убираем. Шкура нам не нужна. Все, маленькие кусочки так. Все мы разделаем. Включаем наш бульон. Добавляем нашу картофель. У меня немножко, штук 6, наверное, взял, 7, я на половинку разрезал, у нас людей немного. Вот. И начнем это все теперь варить, где-то минут 15. Так, наш картофель вынимаем, сейчас наши... Наши лепешки сейчас положим варить. Начнем наши лепешки. Итак, мы все закинем, и минут 5-6 мы будем их варить. Так, вот наша первая партия готова, наша лапши. Мы еще сделаем нам варнан, все положим. Мясо у нас тоже уже готово. И сделаем сразу вторую партию варим. Прошло где-то минут 5 максимально, потому что они у нас тоненькие, из-за этого они быстро готовятся. Так. И закидываем вторую партию. Так, теперь наверх наше мясо. У нас это три разных вида: курица, утка и говядина. Самый верх мы добавляем наш лук, который мы делали заранее. Я вам показывал. Наверх такие дебри.
Вот наш бишбармак готовый. Вот такой у нас получился. Как, дорогие друзья, я попробую. Что у нас получилось? Сейчас хочется попробовать мясо. Ну-ка, это утка. И как? Как получилось? Скажи. Мне очень нравится. Очень вкусно. Мне тоже. Тоже? Ну что, скажем нашим подписчикам, чтобы они ставили нам большие лайки. А? Ставьте лайки. Подписывайтесь на наш канал. До следующего раза. Пока-пока.